Большие везюмы не понаслышке знают, что такое война. В 41-м году поселение находилось в прифронтовой полосе. Здесь был развернут один из многих военных госпиталей. Медики спасли тысячи жизней, однако уберечь всех солдат не могли. Под гранитными плитами местного мемориала воинской славы покоятся останки 185 героев, которые отдали свою жизнь за родину. Это, прежде всего, дань памяти погибшим в боях, тех, кто отдал свою жизнь за родину. Это дань уважения тем, кто жив, дай бог им здоровья и долгих лет, тем ветеранам, которые сегодня пришли, и труженикам тыла. И, конечно, это очень важно для живущего поколения. В акции приняли участие большевиземские школьники и лицеисты. Они подготовили для гостей тематические песенные выступления. Подошла война к Подмосковью, ночь в закате, зарев долга, будто русской, жертвенной кровью, до земли намокли снега. По дорогам гремят тачанки, эскадроны проходят скач. Приготовились к бою танки возле стен подмосковных дач. Мы уверены, что эта эстафета «Салют Победы» нужна нашему подрастающему поколению. Сегодня здесь присутствуют воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений. Наши замечательные школы, гимназии. Главными гостями праздника стали, конечно, участники Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше и меньше, тем бесценнее слова ветеранов, которые еще с нами. Что я хочу вам пожелать, молодежи особенно, любите Родину. Мы ее защитили, а вам ее любить и защищать так же, как и мы защищали, отстояли ее независимость, ее свободу и жизнь. После торжественной части акции символы победы передали Жаворонковскому поселению.